я играл на планшете. Меня измеряли. Играл в мяч, бег был. Девятилетний Никита рассказывает о своем первом визите в Центр спортивного тестирования «Стань чемпионом». Инновационная площадка для выявления расположенности детей к разным видам спорта появилась в этом году в Омске и еще 7 регионах нашей страны. Проект «Стань чемпионом» реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, а также Омского нефтеперерабатывающего завода. В нашем городе таких площадок будет две. Первая на Омском велотреке уже начала свою работу. 8 апреля здесь состоялась торжественное открытие. Центр спортивного тестирования «Стань чемпионом» объявляется открытым! Во-первых, нужно отметить, что здесь комплекс оборудования, да, который определяет возможности ребенка. 50 тестов, которые по итогам дают вывод, чем лучше ребенку заниматься, к чему он более предрасположен. Вот это важно. Ну и хотелось отметить, что это всего 8 регионов в России, которые имеют такую возможность, такое оборудование. И уже достигнута договоренность, что в следующем году оборудование будем дополнять новым, более современным. Вот. И количество ребятишек, которые будут охвачены вот таким способом выявления их возможностей, будет больше. Тех детей, которые уже прошли тестирование в тех 7 регионах, мы делаем обратную связь около 20%, и уже отслеживаем определенную спортивную судьбу. То есть дети и их родители, родители детей их записывают в секции. Площадки такие, на мой взгляд, нужны для того, чтобы нам сделать хороший задел для нашего будущего, в первую очередь. Потому что этот проект, он в первую очередь направлен на ребятишек, на детишек. А дети, мы всегда понимаем, что это наши надежды, наша гордость. Если мы будем начинать в них вкладывать и правильно вкладывать ресурсы определенные, инновационные, вот такие диагностики, центры, то, соответственно, мы получим в будущем, дивиденды от тех вложений, которые делаем сегодня. Для того, чтобы правильно выявить наиболее подходящие виды спорта, определяются психофизиологические и функциональные возможности организма, а также проводятся антропологические и спортивные тестирования. По завершению комплексного обследования выдается подробное заключение – рекомендация по выбору вида спорта. Тестирование предназначено для детей в возрасте от 6 до 12 лет, а пройти его можно абсолютно бесплатно вплоть до мая 2021 года.